Друзья, всем привет! Как вы знаете, недавно купил Redmi Note 8 Pro, и, соответственно, на него пришло сразу же обновление MIUI 12, и сейчас еще одно обновление. Заходим и здесь проверяем. Было 12.0.3.0 и теперь 12.0.5.0. Соответственно, изменение минимальное, обновление системы безопасности, но, друзья, оно уже скачалось, и давайте его перезагрузим. И что я вам хочу сказать? Это то, что даже при мелких обновлениях бывает так, что изменяют характеристики и, соответственно, что влияет на производительность. Ну, короче, меняют даже производительность самого смартфона. Поэтому хотелось бы еще раз провести после этого тест в Antutu, ну и посмотреть, что как к чему. Ну, а пока делаем паузу и устанавливаемся. Так, обновление произошло. Давайте проверим, действительно это. Да, 12.0.5.0. Обновление завершено. Смотрите, вот. Ну и давайте, я уже говорил, что не против как бы провести тест Antutu второй раз. Почему бы и нет? Запускаем Antutu Benchmark и сразу же сходу вот так сейчас проверим, насколько станет. Вот оценка 286 тысяч. Ну и поехали, друзья. Так, яркость на максимум. И поехали еще раз тест. We'll be right back.
Ну, слушайте, погрешность. Что я хочу сказать? В предыдущей версии 283 было, потом, вот я перед этим тестом, было 285 тысяч, я замерил. Ну и сейчас 280, ну примерно 1 тысяча, и это на уровне погрешности. Просто вот так никуда не денешься, вот такие вот результаты. Так что, друзья, очередной вывод, да, что, значит, несколько тысяч в бенчмарке Antutu — это всего лишь обычная погрешность. Вот так вот. Ну и в целом производительность, в общем-то, если так по-честному, осталась на предыдущем уровне. Все осталось как прежнее. Вообще ничего не изменилось.